Это рабочая неделя. В Красноярске будет пасмурно и прохладно. И на сегодня синоптики прогнозировали облачность, температуру около ноля. Во вторник тоже небо будет затянуто тучами, утром возможен снег. Столбики термометров будут показывать минус 2 градуса. Ночные температуры воздуха также не опустятся ниже 2 градусов мороза. В среду выглянет солнце, днем минус 1, ночью до минус 3 градусов. А вот к концу недели синоптики обещают плюсовые температуры. В четверг и пятницу воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. Прогнозируемая среднесуточная температура в эти дни будет выше нормы на 3-3,5 градуса. В субботу возможен дождь и тоже тепло, а вот в воскресенье вновь похолодает. До 0 градусов. По центральным районам, значит, еще в ближайшие сутки мы ожидаем местами небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура ночью в начале периода, в ближайшие сутки минус 2,7, местами до минус 12,14. В дальнейшем осадки прекратятся, и ночные температуры составят минус 3,8, местами до минус 13,15, а дневные, вот особенно в четверг и пятницу, мы ожидаем порядка 4-9 тепла. В этот период, значит, будет теплее обычно для данного периода времени примерно на 3-5 градусов.